православной школе «Образ», что в Малаховке, отметили сразу два события – День учителя и День памяти Сергия Радонежского. На праздничном концерте, который организовали выпускники этой школы, звучали песни и стихи. К поздравлениям присоединились представители партии «Единая Россия» и Общественной палаты «Люберец». Свое будущее Настя Озерская хочет связать с фольклором. Народным творчеством девушка вдохновилась на школьных уроках. Нас никто не заставляет ничего, не прям вот молитесь, дети, такого у нас нету, нет. Просто вот нас учителя развивают в нас то, что в нас есть, то, что нас уже заложили, то, что нас заложили родители. Евгения Иванова второй год учится в этой школе. Девочка мечтала сюда перевестись. В «Образе» уже не были знакомые. Здесь очень добрые, они все хорошие, веселые. С ними очень интересно. Они много знают, есть о чем поговорить. Литература, фольклор, клирос, лозоплетение, керамика, рисование. Здесь этими предметами ребята занимаются на уроках и факультативно. Помимо общеобразовательных предметов, учеников обучают церковнославянскому языку и краеведению. Утро в школе начинается с получасовой молитвы. По праздникам проводятся литургии. У нас в школе 3 музея. Они все исторические, они все связаны с историей, с краеведением. И, естественно, дети в этих музеях и собирают экспонаты, и проводят экскурсии. И это тоже развивает их историческое мышление. «Образ» супруги Алексей и Татьяна Смирнова открыли 27 лет назад. Сегодня это единственная православная школа в округе. Сюда приезжают на учебу из разных уголков Москвы и области. У нас больше музыки, больше ИЗО, во всех классах МХК, мировая художественная культура. Мы считаем, что это современному человеку надо, чтобы он потом, став физиком, химиком, бизнесменом. Правила приема в школу простые. Ученик должен стремиться к знаниям и интересоваться историей православной религии. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.